Да, если кто-то хотел еще что-то спросить, пока открываем, можем поговорить. Ничего официального не делаем, как бы совсем по-дружески, как будто мы не можем спросить. Сам пережил драму, я ушел от драмы, я начал писать открытым чистым цветом, и такое доминирующее нота моей жизни – это радость. Вот так. Через это говоришь, дитячий, да? Погляд такой. Да, да. Ну, я так понял, что, на жаль, людина через свою жизнь переживет разную драму. И я не хочу добавить еще одну свою вещь. То есть если я даже переживаю что-то тяжелое, то хочу через себя видеть не мои переживания тяжелые, а наоборот, что-то такое жизнеутверждающее. Ну, это такой мой принцип. Так, ну что, а можно сюда? Так. Делайте тряпку. Девочки, помогите мне. Света, что не открыли уже. Ну, а самое красивое в живописи, вот в жизни художника, вот среди всех произведений художников, самое завершенное, самое красивое, самое настоящее, ну, как непревзойденное, да, это Белый холст. Только художник по нему не поработал. Как он поработает, он его после. Нет, он сам, это самое красивое. Очень много разговоров идут, вот Малевич «Черный квадрат». Что это такие, что говорят гениально? Или Малевич «Белый квадрат». Это отдельный разговор, я готов даже приехать как-нибудь сюда, вот так поговорить о Малевиче. Это великий, это гениальный художник. Это «Черный квадрат» и «Белый квадрат» — это не просто. Он пережил в себе все мировое искусство и обличил. Через Малевича «Белый черный квадрат» вообще развилось все искусство конструктивизма 20 века, вся архитектура 20 века. Он дал прямой, точный формулировку, которая вообще была революцией и поменял, ну, в смысле творческом. Вот по физике цвета спектра, цвета радуги, все цвета, которые есть, основные цвета по физике, когда они соединяются, если вот цвет, как это называется, лучи, все основные цвета, они когда соединяются, появляется белое. Появляется, это же не просто, это не просто. Вот белых музеев. Когда-то вот вместе с моими такими новеллами, рассказами были у меня написаны трактаты о цвете, о буквах, о словах. Все имеет цвет. Мы когда говорим слова, мы обязательно чувствуем цвет. И там настолько тонкие валюры колорита цвета, но мы не замечаем. Мы не замечаем, как, скажем, каждый день мы живем, есть проблемы, встали, уставшие, там, чему-то обрадовались, голодные, страдаем, поели, еще хуже, там, дождь, хуже, тепло, солнце, чему жарко и так далее. То есть, ну, а в самом деле мы за день переживаем вселенскую радость,
жизни. Але ми привикли, не так оцінювати. І точно так же ми, люди, привикши не бачити, от ми бачимо пейзаж, ми радуємося, красоти, да, заката сонця, восхода сонця, дерево, у вас по парку ходили эти резанные деревья, откуда выходят вот эти ветки, они продолжают жить, бороться, какую-то потрясающую графику создали. То есть мы одновременно видим, а с другой стороны мы немножко как бы привыкли, адаптированы вот к какому-то своему невосторженности. Мы потеряли первобытную восторженность восприятие. А вот в том же 88 году я был в Москве на одном из митингов, ну, таких антисоветских. И, в общем, активисты движения меня, ну, выкрали. Где-то у кого-то я ночью ночевал, чтобы на следующий день меня привезут опять на митинг. И я оказался в доме очень тогда известного ученого, как это называется, который это недрами земли занимается. Геолог? Да, геолог. Он мне показал этот, что увеличивает, как это называется, микроскоп. Он показал вот такие тоненькие пластинки, серые. Говорит, вот этот светло-серый, говорит, это базальт. Ну, разрез базальта тоненький. Вот этот темно-серый, он сказал, это гранит. А вот такой вот этот черный, тоненький пластинки, это обсидиан. Тоненькие вот пластинки. И он мне поставил базальт, серый базальт. Он поставил под микроскоп, говорит, художник, теперь посмотри, что такое цвет, что такое мироскоп. Я посмотрел, я так не поверил. Так посмотрел, да, лежит этот серый, такой тоненький базальт. Еще раз посмотрел. Ну, вы знаете, вот есть такие великие абстракционисты, Кандинский, там, Хуан Миро, Яскравин, Цветанов. Ничего подобного нигде ни один художник не строит, то, что этот базар, когда ты смотришь этот микроскоп. И он мне рассказывал, говорит, так построен весь мир. Говорит, это невероятный цвет, там буйный цвет. Такой цвет, что ну, я во сне не видел. Понимаете? Да. И у этого серого базара. Обсидиан это вообще что-то было. Какими-то ультрамаринами, какими-то чем-то и вдруг там шутки, какой-то нежный бирюзовый, в этом обсидиан такой, это черный обсидиан, то есть это микрокосмос, то есть вообще весь космос до самого мельчайшего, Бог створил невероятное чудо. Ну и человека Бог сказал, что создал по образу, подобию своему, это что означает? Бог сделал человека творческим. Неважно, он художник, чи он дровами что-то делает, чи он делает литературную работу, музыкальную, умственную. Это творческое творение. И назначение человека продолжать вот это творчество. И для этого не обязательно быть просто по специальности музыкантом, чи художником. Ну, тут почему-то скупо краски. Если кто-то захочет писать когда-то или станет художником, или для себя хочет писать, ну, не надо жалеть краску. Можно писать руками. Можно писать мастихина, можно писать кистью. Кто смелый, первый мазок поставить? Да? Ну давай, значит, я тебе что говорю.
один, два цвета вот так. Раз цвет, второй вот так. Сильно не смешиваешь. Взял цвет, взял второй. Вот так один раз и ставишь на пол. Похочешь. Молодец. Ну вот смотрите, вот что после этого раза что-то нужно? Ольга, я напишу Борис. Contemporary art. Так, кто-нибудь. Давай. Бриллианты на зубах. Вот это мода, все бриллианты. Моя дочь. Так и что? Ну давай раз. А я, представляешь, я же не знаю. Да, хорошо. Давай. Ты хочешь кисточкой? Да. Давай. А, кстати, нам нужна какая-то баночка. Смотри, почекай. Ты должна смотреть, что твоя мать сделала. Ты должна это так поставить. Хочешь рядом, хочешь, чтобы оно коснулось, хочешь в другом. Ты так должна делать, чтобы тебе тоже обладывали. Ну, не больше. Цветы хорошие. Ух ты! Ольга, девчонка, молодежь, он смелее работает. Давай, солнце, пожалуйста, нашли все. Надо, нужна банка воды, чтобы мы это могли. Давай. Да, не хвилюй. Ну, смотри, давай я тебе помогу. Ну, на приколы. Возьмем немножко, видим, на другой половине. Добрый? О, давай. О, ничего. А ну-ка. О. Да, аплодисменты. Я тоже буду. Смотри, тебе. Смотри, чтобы ты мне, а ну-ка, дай тряпку не жарил. Ну, вот, бери любой цвет. Отсюда смотришь, смотри. Неплохо у нас идет на руку. Ну, бери, давай. Очень большой и маленький. Так, не мешать. Давай. Ух ты, бери еще краску, не бойся. Еще, да, не жалей краску. Кандинский базар. Давай, что ты заглядываешь, у тебя идея есть. Давай, продолжай. Сейчас. Когда работу закончу, будет ставить только моя подпись. Пока что моя подпись дороже стоит. Никто не против. Давай, не бойся. Давай, почекай. Вот это ты взял, теперь возьми еще желтого и давай что-то добавим. Так, взял, да. Теперь бери еще какой-то цвет, что хочешь из этого смешать. Давай, что давай смешать. О, давай с платы и стах. Ну да, помада. О, хорош. Идем дальше. Давайте. Да, так, и мы можем уже активизировать. Тут есть вот я позвал. Людмила. Мама. Я уже рад. Так, кто-нибудь, кто хочет еще? Людям, хотел, не бойся. Я тебе сказал, как я тебе скажу. Да, я мастерской дам работать. Мы с тобой по 50 и напишем. А кто еще хочет? Давай. Не, вот тут. Слушай, я расскажу, что в Хмельницке каждый художник.
Так, смотрите, в чем дело? Каждый вот вы стоите, да? И вот приходит в голову, ой, надо там такой-то цвет. Приходишь, берешь и ставишь. Уже оттуда виднее. Разумеете? Да, кто еще? Так, пока холст здесь не будет в цвете, никто отсюда не идет. Работайте. Начать, если я это невольно перехожу на «ты». А они разговаривали только на «ты». Ну, там, в советское время с секретарем райком говорили на «ты». А бабушку вы не привезли? Давайте. Я поступлю в участке синего. Это мой аппарат. Я аппарат, и они по природе художник. Давай. Нет, ну смотрите, смотрите, можно ведь действительно можно пальцем тоже. О, оставили. Да, не бойся. Давай, конечно. Есть такое дело. Ну давай. Апаранцы упрямые. Я говорю, иди на стену. Нет, пальцем. Там где пусто. Отойди дальше, ты закрывай, чтобы видеть. Ну вот смотрите, вот оно было шло гармонично, а акцент появился. Это исходная точка. Дальше продолжай. Так. Ари, иди, 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 слушай. Я так понимаю, что. Оставил на место. Ну что? Прошу вас. Да, да, да. Или... Ну поставишь? Я тебе да, хочешь? Давай, воды ему ты сделай. А вы думали, что художники особые люди? Тогда белый холст, краска. Смотрите, как красиво идет. Тоже аппаранты. Наполовину. Внук аппаранцы. Где? Да, пожалуйста. Дуже жена. Это все родом из аппарата, из моего села. Ну давайте, простите, пожалуйста. Да, давай продолжаем. А, кто тут художник, в конце концов? Да, дальше.
Нет, а ты чего вмешался и испортил мою там? А я что говорю? Во! Ну. Для чего я художник? Чтоб провоцировать? Так, давайте идемте, активно начинаем работать. Ну да. Если кто уже работал и хочет опять, пожалуйста. Давайте уже композицию. Пора заканчивать. Да, я... Да. Значит, только то, что уже найдено, то, что хорошо, его не уничтожили. Я думал, что хочет еще уничтожить. Значит, мы стараемся, когда кто-то уже делал, мы на его территорию не входим. Мы рядом ставим так, чтобы это было гармонично. Давай, слушай, иди еще раз. Можно я попробую? Да, конечно, нужно. Мы рисуем, какая тема. Это мы еще пока не знаем. Мы сначала рисуем, а потом думаем. Это мы о чем? Так правильно. Это ни о чем. Мы создаем колорит абстрактный. Вы же не забудьте, что я потом буду с ним работать. Ну я знаю уже. А был у меня друг американец Майкл. Он в Киеве преподавал в Могилянке. Он мне говорит, Борис, что это вы рассказываете, говорит, армянов по всему миру 16 миллионов. Он говорит, да 16 миллионов армян я лично знаю.
Вот что ты сделал? Я не маэстро. Так, кто еще хочет поработать? Заслуженный художник Украины. Я поработал сегодня. А, ты уже устал? Я сегодня устал, но глаза устали. Нет, пару мазков, чтобы я знал, что... Да, чтобы ваша рука тоже была. Да, давай. Саш. Да. Я и так на одну сторону делаю, не надо играть. Да, то любой твой мазок будет. Лучше попробуй, что попробуй. Ну, не пробуй тогда. Я в нежности. Налейте человеку. Это не архивы бывает, там журналисты позвонят с какого-то телеканала. Боже, можно мы в какой-то день придем взять интервью? У меня такая шутка есть. Я говорю, ну хорошо, если налете, я заговорю. Я так шучу. Они приходят. Хорошие бутылки. Надо будет, когда я буду работу заканчивать, это место оставлять. А какой я имею право. Да. Смотрите, уже на мастихе нет. Как бы это... Где бы это поставить, а?
кто хочет? Давайте. Если какая-то краска почувствовали, заканчивается, а нужно, скажите, я буду под мастерем. Подам. Смотрите, сейчас уже наша задача, что идет? Чтобы мы получили удовольствие от этого, чтобы потом не думали, ой, мы его затратили. Все идем назад, все идем назад, все, 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 все. Давай, ладно, этот мазок поставим. Хорош, хорош. Идешь сюда, пускай будет мастер, сейчас ты вернешься. Там, тут. Ну, и сейчас мы все смотрим. Смотрите, когда в начале, когда поставила Ольга первый цвет, потом шел второй цвет, да, потом вот тут я что-то пошел, потом пошел. Это было в середине, это было гармонно, было красиво. Сейчас мы много поработали, а оно все разбросано. Понимаете, да? А вначале можно было действительно подпись поставить. Вот красивый кусок, вот красивый. То есть каждое отдельно красиво, вот это вообще. Но вместе все оно разбросано. То есть мы получили из такой красивого цвета хаос, хаотично. Мы сейчас должны уже все, что мы ставим, мы должны уже это строить, связать одно с другим. То есть не должно оставаться белого пятна. Белый холст, он потрясающий, замечательный. Но когда мы работаем в цвете, можно, кстати, взять, вот тут уже белого нету, ну, не чистый белый, но можно взять, если... Вот если я возьму, если бы у нас было время, да, ну, и терпеливо вот этот холст белый поработаю белым, вот таким каким-то белым, весь холст я поработаю белым, то я смогу это все связать. Но если будет одинаковый белый везде, то это станет дырки, это дырки, оно разрушается. А если я буду писать его, пускай даже белый, но этот белый будет в колорите, то я смогу работу закончить. Это я говорю не потому, что белым надо закончить, а я имею в виду, что нужно собирать. Ну вот если есть еще смелые люди. Можно мне еще попробовать? А? Да, я еще хочу попробовать. Да, да. То есть да. Надо продолжить делать. А и как только вы решили, что хватит, я вам обещаю, что я с удовольствием эту работу потом продолжу. Я специально привез акрил, чтобы она высохнет. Я уезжаю отсюда, заберу. А потом уже закончим работу. Я не знаю, я его закончу как абстракцию, или я его закончу как фигуративную композицию. А потом мы задорого продадим армию. Потом они подарят музею. Это называется откат. Потом я... Зеленый, и кажется, буду на фарбу и спробуем, что-нибудь добавить такой стук. Кто там? Ты хотела работать? Да, я там задача. Так, гранат кто делал? Гранат. Вот. Пойди сюда. Я не знаю, что это.
Да, тогда вы где-то, вот там, где пусто, работаете, но обращайте внимание, что рядом. Вы цвет должны так ставить, чтобы рядом с цветом он вошел в гармонию. Так, если кто хочет еще, вы работали? Я уже работала там. Работали, да. Устали уже? Ну, нет, так. Я вот думаю поработать дальше. Да, да, давайте. Только я вас прошу, когда ставите цвет, учтите, что рядом. Что рядом. Уже ставлено. Ну что, не хотите еще чего-нибудь? Да, подумайте, я так смотрю. Так, а ну-ка еще раз, на кто этот красный слева работал? Это вы. Что с ним это, этот красный? Надо притягивать. Он хочет сюда идти. Но ему не дают. Собирается идти. Она учится уже. Да? Где? Вроде учится. Где? И училище вроде бы. Я думаю, что это будет. Будет? Да. Да, солнце, вот эти вопросы приглашаю в Киев в мою мастерскую. Если каждый день мне такую подготовку сделают, я скоро выдам новую выставку.
хорошо ты задал это. Да, провоцировал. Хорош, там левый угол не трогать. Больше все хватит. Художник должен уметь остановиться. Вовремя. Я? Да, да. А? Я не знаю, как. Я не знаю, как это называется. Поработай. Да. Так, а ну-ка отходим назад, все, все идем а ну-ка назад. Ну-ка встанем возле картины. Мы идем пора, сюда. Пора остановиться. Да. Вам же это делать нечего. Ну да, ну да, как. А, вообще-то будет сложно, потому что... Вести кофе, да? Я подумал, что вы... Деликатно как-то что-то сделали. А ты это так его подписали активно. Это бурный цвет. Действительно, мне нечего тут рубить. Только подпись поставить. Была бы ты в Киеве, я бы тебя взял как на стиле. Саша, ну ты вот уже нет. Бачишь? Да. Поработай больше. Так, сама, ничего не мешает. Я возле армянского флага. Иди немножко сюда. Иди назад. Иди назад. Сюда, сюда, ко мне. Посмотри. Бачишь? Вот надо здесь вот так идти. И немножко вмешаться. Завершать. Я тебе могу подать краски, да. Кажешь, этот Боря и Казарян не работал подручным. Да, да. Там кто-то снимает эти камни? А вы тоже работаете такими красками? А, ну, это акрил. Я и акрилом работаю, и маслом. Но тоже яркими, да, красками? Ну да, ну завтра выставку пошли. Ты можете попробовать помалевать еще, да. Уже, правда, все закрасили. Ну да, только малевать начните. Я хочу, чтобы ты вот и нежности сюда. Я стою.
10 минут. Я сейчас пока пойду покурю, приду, чтобы работа была закончена. Подпись можно ставить внизу, справа? Можно ставить подпись уже? Еще нет. Еще нет? Ребенок поработает еще. Годик такой, да? Геометрии не хватает. Будет, все знаю. Девчонка раз, я говорю, что она находится в Багдаре, в Академии художества, а в Институте юриспруденции. Если захочет. Саша, вытри это, сделай чистым и пользуйся не теми красками, которые там, на той стороне, а бери, да, вот чистые. Я хочу, чтобы вот ты вот эти желтые сбелилые, да, сиреневые, вот туда немножко с белилой. Хорош, хорош. Вот смотрите, когда чужой. Раз, два и красивица. Когда три, четыре, уже он теряется. Ну, как раз будет интересно.
Я думаю, надо нам аплодировать. Не, не формально. Еще не было бы видеть, что много метки. Ну, как? Пейзаж. По-моему, интересный процесс. Так, зафиксируем, да, наверное? Это можно уже потом продолжить делать. Сюда человек, ладно? А, как это видит? Да. Это когда обратится, всегда что-то человек в этом видит, але не надо на этом останавливаться. Это правда. Там даже профиль. Ну что, спасибо. Спасибо всем. Ольга, спасибо. Меня не замалевал, я же рада. Уже, а что, кого-то замалевал? Это вот такое. Старались, не, вообще немножко есть. Чтобы потом не поработать. Да, а Маша, где вы были? Почему вы не поставили сюда? Идите сюда. Сейчас. Идите сюда. Как? Поставить подпись в правом нижнем углу. Да, черный, майже. Самый раз. Ну, майже. А где Люда, Маш? Люда где? Так, где там мои помощники? Это все уже закрыто, да? Еще нет. Сюда мы сами подумаем, ой, а где ж та красивая работа, зачем мы дали этот художник испортить, такой тоже может быть, столько светлых эмоций вот, разных людей. А... Но что делать, художник бывает иногда самодурно, вот взять и свое. То есть я все равно попросил, не надеюсь, что... Ну, приведем сюда. Я что приду все и аплодую, то добре. Я что нет, то я дальше буду учиться. Дякую. Добре, и вам дякую. А ми зараз їх зафіксуємо, да. А потім порівняємо.